Тимофей нам будет рассказывать стих. А я не знаю, как название книги и какой автор. Так, да, иди и учи, какое название книги, какой автор. Давай. Лермонтов Бородино. Тоже? Да. Ага. Пробили зори барабаны. Погромче? Да. Пробили зори барабаны, восток туманный побелел. И от врагов удар нежданный на батарею прилетел. И вождь сказал перед плаками. Ребята, не Москва ли за нами? Умрете же вы под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности держали наш бородинский бой. И умереть мы обещали, и клятву верности держали наш бородинский бой. Все? Да. Ага, ты маленький такой выучил. Да. Молодец. Значит, у нас тема Лермонтова у всех на этом уроке. Здорово. Хорошо. Только учись не смеяться при таких стихах. Потому что, когда ты говоришь «верности держали», я просто забыла одно слово, оно очень трудно. Все равно, когда стих о войне, смех неуместен. Понял? Когда стих смешной о чем-то, там смешная ситуация, да, смех уместен. Понятно? Учись держать роль до конца. Угу. Все, давай. Хорошая оценка, молодец. Да.